Накануне в арене «Север» встречались красноярский хоккейный «Сокол» и действующий чемпион ВХЛ «Нефтяник» из Альметьевска. Все в этом матче решилось в сумасшедшей развязке. Команды обменялись голами в первом периоде, однако дальше блестяще действовали вратари обеих команд. В основное время победителя выявить не удалось, поэтому игра перетекла в овертайм. Когда казалось, что и в дополнительное время ничего не решится, новичок «Сокола» Евгений Орлов вкатился в зону соперника, отпасовал снаряд на синюю линию защитнику Егору Кутугину, и тот пушечным выстрелом с дальнего расстояния пробил вратаря соперника. На табло уже шла последняя секунда. Победа «Сокола» 2-1. Красноярская команда продолжает идти среди лидеров и уже в среду, 16 ноября, примет на своем льду дубль казанского «Ак-Барса». Начало матча в 19:00. Просто супер, здорово. Играли с таким тяжелым, серьезным, сильным соперником. Чемпионы прошлого года, обладатели Кубка Братины. То есть это уже говорит о многом. Поэтому настраиваюсь очень серьезно. Нам нужна была победа обязательно после такого неудачного выезда. Поэтому старались играть только на победу. В третьем периоде игра шла до первой заброшенной шайбы. Как бы была борьба на всей площадке. Играли кость в кость. У меня сегодня у сынульки, моему, 9 месяцев. И пользуясь случаем, как бы я эту победную шайбу посвящаю своей любимой семье, своей любимой жене Насте и своему сынульке Платону. Я вас очень люблю. Все с победой. И болельщикам большой привет. Спасибо, что нас поддерживаете. Приходите, мы вас ждем. Нам нужна ваша поддержка.